Финал соревнований по шахматам среди школьных команд «Белая ладья» состоялся в Люберцах. За первое место поборолись ребята из 7 школ городского округа, а победителями стали юные шахматисты из гимназии номер 56 поселка Красково. «Белая ладья» – самый массовый детский турнир по шахматам с многолетней историей. В нем участвуют лучшие школьные команды не только России, но и других стран мира. В Люберецком дворце детского и юношеского творчества прошел его муниципальный этап. Этот турнир многоступенчатый. Сначала проводится отбор школ, в школах сильнейших шахматистов. Затем у нас в городе проведены 4 полуфинала. Всего участвовало 24 школы. И отобраны 7 сильнейших команд, которые сегодня сражаются за путевку в областной этап. В каждой команде по 4 участника – 3 мальчика и 1 девочка. Многие из них серьезно занимаются шахматами и даже имеют спортивные разряды. В финале разыгрываются медали за 3 призовых места, а также переходящий кубок главы города Люберцы. Я за школу уже играю 5 лет и сам набирался в себе команду, пока не было учителя по шахматам. В прошлый раз мы выиграли этот кубок и сегодня приехали защищать со своей командой, приехали защищать честь кубка и честь нашей гимназии. Победителями, как и в прошлом году, стали юные шахматисты из гимназии 56. Второе и третье места поделили гимназия номер 18 и 41. Совсем скоро ребята примут участие в областных соревнованиях «Белая ладья». Даниил Михайлов, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.